Всем привет, дорогие зрители! Сегодня снова с вами Агаси из Солнечной Алании. В этот раз я нашел очень хороший вариант в районе Оба. До моря отсюда приблизительно 1200 метров. 2 плюс 1 квартира, 120 квадратных метров. С мебелью и бытовой техникой. Цену сам хозяин скажет вам лично. Сейчас я хочу вам показать всю инфраструктуру, которая расположена в этом адресе. А потом объясню приблизительно, где находится эта квартира. Сейчас я вам хочу показать всю инфраструктуру. Поверну камеру. Вот. Тут такой бассейн. Также есть детский бассейн. Его заполнят через 2-3 дня. Есть также детский бассейн. Вот он, детский бассейн. Сам проект тут называется Green Park CTC, Green Park 1. Можете пробить в карте Google и посмотреть, где находится эта резиденция. Тут очень просторный сад с всякими фруктовыми деревьями, с пальмами там и другими видами деревьев. Много цветов всяких. Тут очень хороший консьерж, садовник, который присматривает за этой резиденцией. Проекту приблизительно 11 лет, был сдан в 2010 году. Вот такие вот интересный проект. Состоит эта резиденция из 4 блоков. Первая, вторая, третья и четвертая. Здесь есть Green Park 1 и Green Park 2. С английского языка означает зеленый парк. Сами видите, что тут полностью озеленение везде. Вот есть такое место для парковки отдельно, открытая парковка. Есть апельсиновые деревья, мандарины, мушмула. Дальше есть дерево с авокадами, можете сами собирать. Тут, вот видите, даже вот апельсины. Мало кто употребляет их, кто собирает. Вот даже постараюсь показать. Вот зеленый апельсин, только вырос. Вот такой очень просторный, ухоженный сад. Есть вот дерево, тутовое дерево. О. Есть миндаль. Короче говоря, большой ухоженный сад, зона барбекю. Вот сейчас я вам покажу здесь. Даже есть оливковое дерево. Вот оливки. Вот зона барбекю. Рядом, позади вот зоны барбекю, есть проект Ruby Platinum и Soul Marine строится. Одни из люксовых проектов именно района Оба. Там цены на двухкомнатные, если не ошибаюсь, с котлована еще не начали проект. Стоило 72 тысячи или 77 тысяч евро. Приблизительно такие цены были там. Сейчас уже не знаю. Обойду сбоку. Здесь главная дорога за этим забором. От хозяйского магазина Кочташ тут приблизительно 300 метров. До моря от Кочташа где-то 700-800 метров. Можете тоже пробить в карте Google и понять месторасположение. Сейчас я постараюсь выйти во двор. Тут 724 видеонаблюдения установлено. Также код и шифр к дверям. Вот эта дорога отсюда в правую сторону и вниз Кочташ. Там лицей Назми Йылмаз Окулу называется, школа. Вот так, тут плантации банановые, тут строительства не будет. Только так как 3 месяца назад это все установили, посадили. Дерево мушмула. Отсюда вход в открытую парковку. Квартира находится на втором этаже. Вот вход отсюда. Пока что мы пойдем. Я вам покажу открытую парковку и сад. Вот здесь всякие разные виды цветов. Здесь парковка для велосипедов, для мотоциклов. Вот такой ухоженный тут сад.
там консьерж живет на первом этаже, вот тут. А квартира, о которой я говорю, продается вот на втором этаже. Северо-западная сторона. Вот такой очень ухоженный сад тут. Добросовестный, честный консьерж и садовник в том числе. Он два в одном здесь работает. Айдат тут 180 лир ежемесячный. Вот там впереди дерево авокадо. И вот такая вот парковка. Вот вход. Все, я сейчас пройду в квартиру и покажу вам эту обставленную квартиру. Вот вход. Здесь при помощи чипа открывается дверь. Есть лифт. Вот такой тут лифт. На 3 человека или 4 могут вместиться. Этаж в лифте первый надо нажать, а я просто пешком поднимусь по лесенкам, так как хочу показать вам коридор. И вот так вот здесь все вставлено. Это мрамор. Вот квартира с левой стороны от меня. Тут как бы открыта терраса, пожарная лестница, 6-этажное здание. Сейчас я войду в квартиру. Вот такой тут коридор. Здесь кухня-гостиная. Тут продолжение коридора. Такой просторный коридор. Вот такая красивая. Здесь картина, все обставлено. Сейчас я пройдусь. Вот это первый санузел. Душевой кабины. Унитаз здесь с левой стороны. Вот унитаз. Две спальни находятся тут. Первая — это хозяйская спальня. На стенке это обои. Просторная спальня. Шкаф-купе уже установлен. Вот такой большой шкаф-купе. Если желаете, можете установить ламинат в будущем. Вот такой шкаф. Вот это вторая душевая кабинка. На ней не пользуется, но она в рабочем состоянии. Так, сейчас пройдусь именно в детскую спальню. Или дополнительная спальня. Вот у него собственный выход на балкон. Также установлен шкаф. Вот такой здесь интересный обой. Также есть окно на второй просторный балкон. Сейчас я покажу вам вид с этого балкона. Тут пока что сушилка стоит. Вот вид с этого балкона. Здесь где-то 3 квадратных метров. Вид на горы. Тут прохладная сторона. Летом не бывает жарко. Если открыть двери, будет очень сквозняк. И кондиционером можно также не пользоваться. Осталось сейчас пройти в гостиную. Кухня-гостиная, то есть. Вот это кухня-гостиная. Очень просторная. Мебель куплена год назад.
То есть мягкая мебель вот эта, диван. Вот кухня. Тут нужно просто поменять посудомойку, она не старенькая. Стиральная машинка новая, куплена 5 месяцев назад, 8 килограмм, а плюс. Hotpoint Ariston. Холодильник Bosch. И что-нибудь там покушать? А? Нет, потом попробую. Кондиционер Altus. Телевизор Samsung. Также есть звуковая система Vestel. Вот и вот это балкон просторный. Это хозяин квартиры. Сюда нужно где-то потратиться 1000-2000 евро. Ой, какая хлядь-то. Эй, привет. Куть-куть-куть-куть-куть-куть. Да, какая хлядь-то, девочка. Даже хозяин установил гамак. Засыпает по вечерам, здесь отдыхает до утра. Вот такой просторный балкон и с видом на горы, сад. Сейчас я поговорю с хозяином насчет цены, спрошу у него. Селам алейк, Турктавин. Алейкум салам. Турктавин, дайре фиаты не кадардыр? Валлай, шуан 72 бин евро. Лакин, пазарлык да олабир таби, görüştüğümüzde. Дурма гэрэ, харекет зэ, ама истедим 72 бин евро. Сейчас я поверну камеру. Значит, хозяин квартиры сказал, что цена квартиры 72 тысячи евро. Если будет потенциальный клиент, то он сделает маленькую скидку. Хочу объяснить про проект. То, что он расположен неподалеку от государственной больницы Алатын Кейкубат, имени Алатын Кейкубат. Также рядом есть торговый центр, гипермаркет этот Тахтакале, магазин хозтоваров Кочташ. Есть маленькие магазины. Рядом 100 метров от этой квартиры расположен лицей Назми Йылмаз. Квартира 120 квадратных метров с мебелью и техникой. Находится на втором этаже, северо-западная сторона. Для более подробной информации обращайтесь по номеру, указанному в профиле. Ставьте лайк, если вам понравилась эта квартира. Пишите комментарии, делитесь этой информацией. Всем пока-пока.